уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья, и вновь в седьмой раз от всего огромного сердца, огромной души организаторов этого потрясающего действия мы приветствуем вас на берегу Истринского водохранилища в клубе «Романчи». Ну что ж, и как всегда, сегодня сойдутся на этом ринге 8 сильнейших спортсменов из стран СНГ и поборются за титул чемпиона мира по версии W5. Я приглашаю на ринг Дмитрий Барулько, Украина! Урус Багуевич, Сербия!
восьмой участник чемпионата, дамы и господа, Кирилл Иванов, Россия! Спортсменов СНГ. И именно сегодня им предстоит решить, кто же из них удостоится главного титула. Чемпион по версии W5, чемпион мира. Ну что ж, друзья мои, а сейчас я хотел бы пригласить на сцену, подождите, уважаемые организаторы, на сцену, на ринг, хотел бы пригласить представителей Федерации кикбоксинга Узбекистана, потому что у них есть для вас небольшой, очень, несмотря на это, что он небольшой, дорогой и драгоценный подарок. Итак, представители Федерации кикбоксинга Узбекистана. Выдающемуся бойцу всех времен и народов Вадиму Украинцеву от президента Федерации кикбоксинга Узбекистан Сардара Ташходжаева, золотой боец.
Поддержите спортсмена! Закончен поединок. Поблагодарите спортсмена. Второй раунд. Thank you.
иначе случай принимать на команду, не нарушайте правила. Пожали руки по углам. Начнется третий.
останавливает поединок. Дорогие друзья, я попрошу сейчас вынести на ринг трофеи. Чемпион мира по версии W5 в весовой категории до 81 килограмма. Здесь и сейчас. И мы надеемся во веки веков. Кирилл Иванов! Россия! Друзья мои, поверьте, беспрецедентный случай. Сегодня, здесь и сейчас я с удовольствием приглашаю в красный угол чемпион Европы номер один в профессиональном рейтинге ИСКА. Чемпион Африки! Встречайте на ринге Истры! Спортсмен провел 8 боев. Из них 4 боя одержаны победой. Мухаммед Абдельазиз! Египет! Красный угол! А теперь я попрошу чуть потише сделать музыкальное оформление. Потому что сейчас, в синий угол, я хотел бы пригласить Ladies and gentlemen! Четырехкратный чемпион мира! Россиянин! Thank you.
спортсмен провел 15 боев. Из них в 14 одержал полную и безоговорочную победу Чинис! Мастер спорта международного класса Лугашов Синюга! Также средств массовой информации отойти от ринга, чтобы никто не прикасался к рингу и не загораживал судьям, боковым судьям, обзор этого поединка. Дальше. Гимн России! Чемпионский поединок. Весовая категория до 64,5 килограммов. Египет и Россия. Россия и Египет. Кто же окажется победителем и кто же завоюет этот вакантный титул? Я попрошу секундантов покинуть ринг. Спортсмены, на середину. 12 раундов по 2 минуты. Thank you.
он давал, давай. Пятый раунд.
Итак, пятый раунд продолжается. Громче, громче!
спорту Федерации скейт Фридриху Эксенбергеру. Now we have to give the belt for the world champion, Mr. Denis Lukashov. Я думаю, все без перевода понятно. Чемпион мира, мистер Денис Лукашов! Качай чемпиона, качай! Качай чемпиона! Качай! И за нашего Дениса сейчас небо покажет, что она думает о городе Дельске, о клубе «Профиспорт» и о Денисе Лукашове.